Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. І сьогодні я візьму інтерв'ю у нашого гостя Євгена. Знайомтесь. Всім привіт. Женя, скажи, будь ласка, як давно ти в Польщі? 3 тижні. 3 тижні? Не 3 дні? Що, 3 тижні – це неділя, так? Да. От, бачите, як я давно вже в окупації. Ну, мені дуже подобається, що Женя намагається вже переходити. Українізація діє повним ходом. Прапор собі купив, не хоче з ним розлучатися. З плювнем. Так, спить в нього. Ти вже тут 3 дні, правда? Вчора ти приїхав до нас. 4 тижні. Женя, скажи, будь ласка, звідки ти приїхав? З Луганська. Ты там и народился? Город Краснодон, да, я там народился, прожил всю свою жизнь. Не, ну уезжал там куда-то, в основном Краснодон, Луганск. А после початку военных дій у вас, ты постоянно был там, так? Ну да, не уезжал, в принципе, никуда. Не, ну там уезжал, когда в 2014 году началась войнушка, уезжал там в Донецк буквально там на недельки-две, по-моему, что-то такое. Ну, скільки тобі тоді років було? Та, 14 мені було, або 15, не пам'ятаю точно. По-моєму, 14, якщо не помиляюся. І от скільки років ти якось, не знаю, ти не хотів раніше виїхати? Чому не хотів? Хотів давно вже виїхати, просто не вийшло то виїжджаєш, куди-то не виходить, повертаєшся, тому що квартира там своя тягне додому, там, то ще щось, то приїхав в гості. Квартиру, к примеру, отдал там съемную, такой думаешь, ну сейчас посижу там недельку-две там и поеду. Ну, в итоге как-то вот, короче, не получалось ехать. То возможности нету, то еще что-нибудь, то там с девушкой какой-нибудь познакомишься, она тебя потом держит там пару лет. Короче, одно к одному все. Добре. Ну, а як все-таки ти вирішив все-таки приїхати до Польщі? І чому саме до Польщі? До Польщі? Ну, да, потому что самое близкое, самый простой язык, как бы, ну, польский. Как я думаю, например, немецкий я вообще не понимаю. Вот ехал с немцами вчера, вообще этот, я не знаю, как его учить. В принципе, я польский тут не могу запомнить там. Да, в принципе, я украинский, у меня тыжни. Ну ничего. Потихоньку. Как бы, ну, Польша, не знаю. И по квартире, в принципе, там по цене как бы более-менее. В Германии все дороже там. Ну и вообще, если дальше Германию брать, то еще дороже. Ну, в общем, начало как бы Польща, дальше уже будет видно там дальше или тут оставаться. А взагалі ты сам приехал, так? Тут в тебе немає там якихось знайомих, рідних. Ну, будете теперь, вы знакомы. Так, окрім нас. Ні, нікого нет. Немає. От я знаю просто історію цього прапора, що як тільки ти приїхав до Варшави, так? Да, як купил. Тільки виявилась така можливість, ти одразу увидел, купив. Да, увидел, глаза загорелись, захотілось. Сразу надел его там на вокзалі, накинув на себе, точнее, побежали волонтери, ну, давайте там розпрашувати, там все это. 45 злотих. Коштував прапор. Женя, а як це жити в окупації? Скільки років? Плохо. Дуже плохо. Плохо? Тяжело морально? Та і, взагалі, в принципі, морально взагалі тяжело, да. Виходиш на вулицю, там, ненавидиш тих орків, які ходять. Ти виходиш, постійно на них смотриш, і зробити нічого не можеш, в принципі. А от як була там мобілізація, тобто ваших там твоїх друзів теж, ну, було таке, що насильно забирали? Ну да, много кого забрали насильно. Ну, а кто пошел, потом вернулся там, то есть, как дезертир считается. Есть такие, которые даже погибли, спустя там неделю там, повоевали, непонятно за что, и погибли. Такое. А як ты від цього? А я просто не хотел идти. Я то прятался, то бегал, не хотелось не идти. Тікав? Тікав. Там было так, що доганяли? Хотел, да, тікати, и тікав. Было такое. Прямо на улице? Чи ну, як? Що, на рынке, там, если там выходишь поздно, там, к примеру, были такие магазины, как 24 часа, которые работают. Если ты туда идешь, там, к примеру, могут, ну, сидеть там в гражданке
То есть военные там или мусора, как их правильно назвать, я даже не знаю, кто они. Орки, будем говорить. То есть они так же само могли там, ты заходишь в магазин, они за тобой, ну то есть куда ты уже денешься, все, ты, короче, приплыл. А если ты еще пьяненький идешь, ходишь там за добавочкой, пивка купить там ночью, там, не важно, с пацанами там или с девчонкой, там, то еще проще. Ты уже пьяненький, ты уже никуда не убежишь. А щодо воєнних дій, були у вас там, ну, прильоти, оце все, там, не знаю, ну, прильоти були в 2014 году. Сейчас, в данный момент, пока ничего нету. Ну, где-то близко бахает, прям очень хорошо слышно и даже видно. Но пока нету. Вы до цих звуків уже привыкли просто? Чи як? Та ну как, привыкли. В принципе, особо не бахало. Вот в 2014 году там побахало, а сейчас, я думаю, скоро дойдут просто. Потому что у нас возле дома очень много там складов. Если попадут, то полетит все в дома. Будет. Ну и будет все. Капец. Як тобі перше враження від Польщі? Все клас, чистенько. Дороги мені вообще понравились, тому що коли їдеш там, то неважно, в принципі, в Україні теж дороги не очень, не будемо скривати. Їдеш і в газелі трусишся, там уснув, наприклад, возле окна, і башка так ду-ду-ду-ду-ду-ду об стекло. А в Польщі я уснув так. І, ну, і голова скатилась, жж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 
как бы там есть пару ямок, но в принципе нормальная дорога, как, по сравнению с тем, что я видел, где я жил, как бы нормально. А погода якось відрізняється? Погода, да, тут чувствуется теплее, там у нас похолоднее чуть, ну и в принципе как-то, не знаю, не так серо, как я смотрел, там вот про Лигницу говорят, что серый какой-то город, серый, ну не знаю, пойдет такой прикольный, есть какая-то изюминка, то есть мне понравился. Як тобі польська мова? Розумієш добре? От що-то понимаю, в принципі, коли тут розмовляю, що-то понимаю. Про що йде річ, як би, ну там, а ну сам поки ні, взагалі ніяк. Мені сподобалось, як ви вчора завжди так кажете: пакет, ну маєчка. Дайте мені пакет, маєчка, сложити. І продавчиця так: що? Про що ти? Тобі ще предстоїть. Так я сьогодні теж заходив, ми за кросовками заходили сьогодні теж. Так я сказав там. А є у вас кросовки, вона по-польському. Извините. Прошу. Ти ще не звикнеш, що тебе не розуміють, так? Ну що, привикну. Я думаю, подочу. Не такий ж тяжелий язик. Які в тебе взагалі плани надалі? Далі? Ну, як і всі, в принципі, у всіх плани, коли приїжджають жити, працювати, їздити куди-небудь, щось бачити нове, крім орків і танків. Тобто ти хочеш тут уже адаптуватись, влаштувати своє життя, побут спочатку, так, а потім... Ну так, да, хочеться. Я посмотрю зараз, якщо как бы, все понравиться, там, карту побуту зроблю, якщо вообще поживу там і все, вообще буду, ну, буду понимать, хочу тут остатися, не хочу. Якщо так, то можна, в принципі, зробити гражданство, там, якщо вийде, все, как бы. Тим більше зараз, на самом деле, какой-то плюс то, що военное время, ну, плюс да, для переселенцев. То есть, кто хотел уехать, сейчас намного проще, кто считает, уехать. Ну раньше, так, и легализоваться тут набагато проще, чем с будь-якими документами. Да, раньше это было тяжелее. То есть, сейчас, в принципе, как... Ну, кто хочет, сейчас вот надо ехать, короче. Потому что потом будет, я думаю, все вернется. Розумію тебе. Женя, де плануешь працювати? Ну, не знаю, там бизнес свой открою, там... кальянную, там, я думаю, там, может, будут Мерседесы перепродавать. В общем, у тебя дуже молодежные планы. Да. Кальянна и Мерседесы перепродавать. Хочу, да, ничего не делать, много зарабатывать. Ну, как молодой це парень, все, дуже, как у всех. Дуже гарні плани в тебе. Хай вони збудуться. І коли відкриєш кальянну, то запроси нас, ми прийдемо. Дякую. Спитай про іранську колу. А Сергій там за кадром каже, спитає за іранську колу. Бо ви сьогодні ходили в KFC, так? Ну да. І ти там купив Кока-Колу. Вкусная такая. Вкусная, да. Иранская вообще не вкусная. У нас там просто иранская, как началась тут война 24 февраля, 24, да? То есть у нас там Кока-Колы, ну, остатки проторговали, а потом она иранская у нас. Привозили иранскую какую-то, но она ужас. Просто ужас. А все продукты взагалі у вас там российского походження, так? Завозят? Ну да, мясо вообще невозможно есть. Него капает, и костер тухнет. Не то, что капает жира, капает просто какая-то пена.
Вот правда пена. Угу. Я бы снял видео, но надеюсь, туда не приеду, больше не сниму видео. Попрошу какого-нибудь знакомого, покажу вам. Невкусное, такое, как желе. То есть вообще невкусное. І не м'яке. Женя, от мені цікаво, це ж скільки років пропаганди велось там у вашій місцевості, так? І я думаю, більшість людей навіть просто через цю пропаганду так повірили в те, що біле – це чорне, а чорне – це біле. Як ти зміг зберегти тверезий розум і зрозуміти, де правда, а де брехня? Ну, наверное, просто эти 9 лет я не помню, потому что я постоянно пил. И я остался при своем разуме, когда бросил. Женя! Ну, серьезный вопрос. Какое я беру интервью? Я просто пропил 9 лет, а потом проснулся, думаю, блин, я же Украина, что тут Россия? Я не пойму, какая Россия? Старання. Ну, я зрозуміла. Тебе просто чувство юмора хороше. Воно тебе, в принципі, спасало в кризиси, да? Це такий защитний якийсь рефлекс. Ні, була вообще депресія. От виходиш, нікого видіти не хочеш, тому що общаєшся з кем-то. Это Зеленський всіх убиває там. Это, ну, летить там, например, в Україну. Вот даже в Днепр, когда прилетело. Это Зеленський сам по себе б'є. Угу. Вот так вот было. Угу. І постійно. Ну да, все притягиваются такого мнения. Угу. Ну, бо там же ж и телебачення, и все, и из усих рупорів кричать, ну, процес бігбордів. Вообще пишут, по телевизору так? Показывают то, что делают, к примеру, как объяснить правильно. По телевизору показывают все наоборот. То есть, что делает Россия, это Украина, а Украина это Россия. Только показывают, что типа вот Россия там, к примеру, Путин там постоянно везде там ездит, там помогает военным, там во всех городах там, грубо говоря, бывает. А Зеленский типа в бункере. Ага. Ну, то есть, и, ну, то же самое там по всем темам, то есть, касаемо не только там этой. Все вот наоборот перекручивают, просто показывают по телевизору. Бабушка сидит, смотрит целыми днями, вот это сердце болит, а она смотрит, и говорю, ба, выключи, там, она, ну, смотрит дальше. Женя, а вот до початку, ну, еще там до 2014 можно року. Можно еще компотик? Хороший? Компотик вкусный, да. Женя, а ще до 2014 року, от ти вчився, наприклад, в школі російськомовній? Да, у нас був клас. Ні, у нас був клас А і Б, то есть я пішов в русский клас, я пішов в Б. Ну, потому что в А, я не знаю, почему так совпало, там это был украинский клас, и как, чтобы не обидеть пацанов. Ну, там какие-то все вот. Ну, не пацаны там какие-то были, ну там странные просто. В общем, не твоя компания, так? Ну, да, у нас какие-то все такие было... боевые пацаны были, как бы там, ну, короче, Б как-то удачный класс у нас был. А там какие-то, ну, задроты. Ага, ага. Не знаю, почему так. Добре, а телебачення, там... наприклад, от, бо, так, у мене є знайома, так, яка, ну, вона з Донецької області, і вона на момент, коли почалась війна, вона була тут. І вона каже, що якби вона була там, то вона б реально подумала, що це Україна винна, що це Україна нападала, бо їх це... Цьому, тобто вона каже, у нас було завжди російське телебачення. Тобто нас ловило не українське, ну, телебачення, а російське. Так, якщо так по-чесному, і я це було, я... ну, давно. От це підґрунтя, це закладалось уже давно. Якщо так, от по-чесному, я просто от не сидів ніколи, новості не смотрел там в основному. А недавно мені треба було там, надо мені було посидіти, короче, в групах там от російських іменно. И, ну, я повступал, они постоянно приходили оповещения, там, ну, какие новости, там, ну, мне же интересно, дома сидишь, делать нечего, как бы, там, не работаю сейчас, ничего. Ну, и захожу, смотрю, думаю, что ж там пишут. Ну, такой бред пишут просто, что я вот 3 дня посмотрел эти новости, и я правда подумал, что Путин молодец уже, короче, красава, там, ну. Я посмотрел, а потом что-то такое, верните. То есть, ну, правда пишут, ну. Сильно работает пропаганда. Я представляю, вот это там, я там что-то понимаю, там, я там постоянно там напьемся, мы там чуть ли не деремся с пацанами, я говорю, там, Украина, что-то за Россию, мы там, ну, вообще там, то есть такая тема неприятная, лучше не разговаривать на нее, тем более пьяному. А вот когда бабушка, там, дедушка, то есть они же, для них телевизор, это, ну, они не понимают, истина, что могут там говорить неправду там или что-то. То есть они смотрят и... И верить. Это как для них.
Ну, не якщо знаю. По телевізору сказали, через телевізор навіть воду можна святити. Так, да, да, так. Раніше ж святили. Я там, по примеру, показую там, ну, родственникам своїм, там, говорю, от відео, там, посмотрите. Ні, я не буду смотрити ту пропаганду, от по телевізору мені сказали, от по телевізору. От це оно. Женя, я тобі бажаю, щоб твоє життя в Польщі, можливо, не в Польщі, там склалось в будь-якому випадку, де б ти не був, щоб твій оптимізм не згасав, а почуття юмора ніколи тебе не покидало і рятувало в скрутні моменти. Ти молодець. Я рада, що у нас є такий знайомий новий. Я думаю, що нашим глядачам було теж цікаво нас послухати і подивитись, і знати, що там, де території окуповані вже скільки років, є такі молоді хлопці, молоді люди, на яких, в принципі, я так думаю, і буде триматися це майбутнє нашої цілісної, незалежної, суверенної України. Тому що мало стало таких, як я. Ну, бо більшість повиїжджали, так? Взагалі остальних, людей мало остальних, залишилось? Остальних, да. Та ні, почему, как бы, много там людей осталось. Просто дело в том, что таких, как там я, там что-то из Украины, там, или что-то поддерживать, там, или просто хотеть даже уехать. Ну ладно, там даже вот не будем политику там вникать, просто чтобы уехать оттуда, там кто-то хочет, там, понимают, все вот жалуются, там цены огромные, там, в пенсии, там, ну, хотят там платить с какого-то там возраста, чуть ли когда ты там уже не умираешь, там, ну, то есть, все жалуются на эту Россию, вот, сидишь там, разговариваешь, все жалуются. Все там из-за цен, там, коммуналки, за все жалуются. Вот Россия плохая, там это. Ну, когда доходит речь там Украина или Россия, вот Россия. Ну, вот все. Ну, ничего. Камінь, як вода, камінь точе. Друзі, дякую вам велике за перегляд. Поставте нам, будь ласка, вподобайки, підпишіться на канал Сергій і Леся і напишіть нам гарний, красивий коментар. Ми Також будемо... підписуйтесь на мій TikTok, Instagram, ВКонтакт. Посилання ми залишимо. Все. Па!